на непаханном поле легче сделать нахальные заявления, за которые тебя могут, так сказать, финансировать, подать грант. А там, где уже есть глубокие, серьезные лаборатории, которые что-то делают, во-первых, продемонстрировать что-то вот такое шокирующее, яркое, что важно при получении вот гранта за новую какую-то разработку. Поэтому у меня был принцип такой: если кто-то еще в области работает, не жалей своих заделов, не жалей своих прошлых трудов, бросай все это и выходи на целину.